Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самайоктам Винда Банам Манохари Ванша калпатуру васяки басинду бевача. Патитананг бабуне бхавишна бибью наму намах. Мукан кароти вачаланг пангунланг хайтегирим. Ятки патаманг ванде парма ананду мадва. Брандавай тулсиде байпиявай кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патраша Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагодарану Дейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Питатихам Панутапал Бхабаддипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кемепика Бабадевича Дарси, Пурунан, Урагра, Сасагра, Сарамути, Сарадикама и Кадам, Карус. Сри Кришна Чайтанна, Прабхунита, Ананда, Сиаддхайта, Гададхара, Сивасади, Гаура, Бхакта, Винда. Сри Кришна Чайтанна, Прабхунита, Ананда. Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодхату Шанкиртаной капитару камала хитакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма палау Банде жагат приякару Каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупе На Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивишихи Табама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Бхаги Саджаша Бадане Лакшми Джасача Бхакшаси Ясьясти хидая самбид, памнишингам хамбхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Нахам бивемити ати бхаянакасьо Живхар конетра бхукати равасо градангстат
Antasajah Kesharo Sankukaranat Nirhad Abhita Digbhad Ribhinna Nagat Trasta Asti Aham Kipanavasalo Dushahogro Sangsar Chakra Kadanad Grasatam Pranitam Naham Bibhemite Ati Bhayanakasho Jyuhar Konetra Bhukti Ravaso Grudanksat Antasajah Kesharo Sankukaranad Nirhad Abhita Digbhad Ribhinna Nakagrat Trasta asmi aham kipanavasalo dusraho guru sangsar chakra kadanad grasatam panitam. Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал. Даже получив Гуру Даршан, есть возможность падения. Шрила Прабхупада сказал, что даже после того, как человек получает даршан гуру, он может пасть и оставить преданное служение. Гуру Даршан подразумевает под собой то, что человек видит Вани Сварупу, Гуру, его Сева Сварупу. Это на самом деле синонимы, одно и то же. Если вы увидите Вани Сварупу, Гуру Пада Падма, его Сева Сварупу, это и есть Гуру Даршан. Если не видеть этого, тогда вы до того, как произойдет такой даршан, мы видим Гуру лишь как плоть, как тело. Мы думаем, что у него есть недостатки, он не особо хорошо знает санскрит. Он родился в низком сословии, в семье низкого сословия. Пока вы видите недостатки гуру, вы можете пасть. Вся ваша дикша, получение, то, что вы получили дикшу, не поможет. Имеется в виду, она бесполезна. Это говорит о том, что не произошла подлинная дикша. Порой люди утверждают, что они получили дикшу 20-40 лет назад. Но что такое дикша? Дикша означает «дивья гьяна». А «дивья гьяна» означает осознать свои отношения с Гуру Пада Падмой, с Гуру Девом, с Бхагаваном. Осознать отношения с Майей — это огромное поле для познания. И когда вы осознаете свое положение, проблема в том, что мы сейчас не осознаем его. Поэтому мы то идем вверх, то идем вниз, то налево, то направо. Прежде всего, необходимо понять свое положение, где вы сейчас находитесь. Иначе вы не примете решение, правильного решения, куда идти. Во время авиакатастрофы пассажиры могут воспользоваться парашютом. Если кто-то так спускался и приземлился на землю при помощи парашюта, спасся, а потом видит, что он оказался в дремучем лесу, не понимает, где он, где я сейчас, он не знает, что это за лес, какая-то страна. Если он хотя бы знает, какая страна,
как, что это за местность, он может сориентироваться, в какую сторону ему двигаться. Если он не понимает, где он, в таком положении крайне сложно двигаться в нужном направлении. Прабхупад говорит, что когда обусловленная душа думает о себе как о святом, как о ситха махатме, это крайне опасно. Это большая ловушка, из которой крайне сложно выйти. Только если вы осознаете в совершенстве гуру татву, вы сможете начать настоящий баджан. Никто не может бросить вызов самсаре, настолько велико ее влияние, даже полубоги. Никто не может бросить вызов майе, потому что она невероятно опасна. Настолько опасно, что никакой философии недостаточно, чтобы действительно ее увидеть, увидеть ее проявление, заметить их. Вчера я говорил о том, что все веды, веданты, упанишады говорят нам о пяти основоположных татвах, о джива-татве, Бхагавата-татве, майя-татве. Несмотря на то, что способы объяснения этих татв могут варьироваться, тем не менее, они об одном. Майя вечна. Порой мы видим, что... То есть мы видим, что майя управляет, влияет на этот мир. Она управляет им. Она управляет и присматривает за этим миром. Кому нужны деньги, кто хочет денег, он поклоняется Дурге, или кто хочет детей, также поклоняется Дурге. И майя дает им майю, положение, славу, деньги. Все дает Дурга-деви. Но Кришне с подобными запросами не обращаются, потому что знают, что Кришна этого не даст. Так вот, материальная привязанность настолько сильна, что никто не может сказать, что они не находятся под влиянием этого. Только чистые преданные, свободные от влияния майи. Они возносят эту молитву. Нет, простите, эту молитву возносят люди, которые хотят материальных выгод. Они поют: «Дайте мне, дай мне денег, дай мне репутацию всемирную, известность, и убей всех моих врагов». Так они молятся матери, Дурге. «Пусть в моей жизни не останется врагов, я буду спокойно, счастливо жить». И Кали, майя дает им, деви дает им то, что они просят. Если, особенно если они поклоняются с роскошью, но если вы перед гуру, то есть дадите гуру, будете подносить большие, делать пожертвования, его это не подкупит. Как Санатана Госвами, вспомните, он хранил в мусоре, среди мусора философский камень. Когда приехал человек, который просил благословения у Санатаны, он сказал, что поищи там, если хочешь
оскверниться, забирай. Подумайте сами, каким богатством обладал Санатан Гасай, что он относился к философскому камню, которого нет равных в этом мире, как к испражнениям. Каким богатством они обладают, что им все настолько безразлично в этом мире? Если вы это поймете, то у вас появится вдохновение. А пока вы думаете, вот Махарадж что-то рассказывает, это его обязанность что-то рассказывать. Но на самом деле нам необходимо осознание. Когда мы осознаем, поймем эти моменты, то, как относились к материи, к материальным богатствам Лакананда с Госвами, Рупа Госвами и другие вайшнавы, что указывает на то, что они обладали несравненными богатствами сами. То есть я сам встречался с подобными саду, то есть саду, который не интересуется материальным. Один саду во Вриндаване, ему не нужна ни слава, ни деньги. Он, когда кто-то просил его говорить, он рассказывал Харикатху. Однажды к нему обратилось большое общество и сказали: «Мы наградим вас титулом, высоким титулом, высоким званием веданте». А он очень грубо сказал им, что «Мне это все не нужно, убирайтесь». Думаете, нет в этом мире подобных саду, да? Наверняка вы так думаете. Но я уверяю вас, что по сей день есть такие саду в этом мире. Кому не важны дары мои? Люди судят все в соответствии со своими, судят по себе, то есть в соответствии со своими умозаключениями. Но они не понимают, что трансцендентный мир полностью отличен от материального. Соответственно, бессмысленно оценивать его с материальной точки зрения. Я знаю, что демоны также могут рассказывать Писание, говорить на тему Писаний, потому что они что-то запоминают, а потом просто пересказывают. Но это еще не называется харикатха, повествование шастры. Это обман. Они выискивают в шастрах какие-то подтверждения своим тому, что им какие-то оправдания своим делам, своим поступкам. Но они, на самом деле, шастра никогда не может защищать порочной деятельности. Возможно, в каком-то первоначальном, изначальном уровне что-то подобное есть, но если углубиться, то никакая шастра не будет подтверждать, оправдывать нечестивую деятельность. Поэтому даже демоны могут цитировать Писание. Например, Хираньякашипу. Он рассказывал Харикатху своей матери, когда утешал ее после смерти брата Хираньякшу, ее второго сына. Его мать плакала, жена брата плакала. И Хираньякашипу начал утешать их, приводя примеры из шастр. Да, он рассказывал так называемую харикатху, но действительно являлось ли это ей, то, что он говорил? They like to support their own
Он просто оправдывал свое поведение, свое умонастроение при помощи шастр. Когда вы осознаете, что в вас и в окружающих одна и та же атма, и в каждом сердце присутствует Господь, когда вы осознаете, что в каждом живом существе находится Бхагаван, вы лишитесь невежества, вы удалите невежество в себе. Вы поймете, что в сердце каждого находится Бхагаван. Так почему же я могу ссориться с кем-то, ругаться с кем-то, обманывать кого-то? Когда вы осознаете, что всюду одна и та же атма, что все души и в сердце каждого Господь, вы обнаружите несравненную гармонию вокруг себя. Больше не будет ни зависти, ни гнева. Не будет желания мстить. Когда вы ощутите, почувствуете, что присутствие Бхагавана в сердце каждого. If you cannot realize, till then there is all diversified mood. He is man, he is woman, he is dirty. До этого момента, пока вы не осознаете, вы будете рассматривать всех с точки зрения телесных концепций, что вот это мужчина, это женщина. Что кто-то родился в брахманической семье, кто-то в низшего класса семье. Конечно, варнашрама дхарма имеет место быть, она имеет свое значение, потому что Бхагаван устроил общество, организовал общество очень разумно, поэтому он и создал систему варнашрама дхармы. Один могущественный царь. Some king going to attack that country. Some king going to attack this country. Then that the king of однажды на королевство царя Пушинара напало другое государство, напал какой-то царь. Те стали обороняться, и в Бхагаватам сказано, что когда два этих царя сражались, каждый утверждал, что это моя земля, это моя земля. И они спорили об этом. А мать-земля смеялась над ними. Чья, кому, чья, как они могут утверждать, что эта земля принадлежит им? Наступит день, когда они оставят этот мир и не смогут забрать ее с собой. Как сейчас происходит. Вот документально якобы земля принадлежит Индии, а другая сторона считает, что она принадлежит ей. И мы можем видеть, что стремление обладать землями, богатствами, люди столько сражаются и столько смертей происходит из-за этого по сей день. Итак, цари сражались, а Притхивима смеялась над ними. За что вы сражаетесь? Как вы можете считать, что земля принадлежит кому-то из вас? Как она может принадлежать вам? Какой-то промежуток времени царь
царь управлял этой территорией, но через какое-то время он просто оставит этот мир и не заберет ее с собой. Таковы происки майя. Мы все зачарованы, как под влиянием гипноза. Так вспомните, я рассказывал о фокуснике. Какие фокусы он мог показывать? Ну, представляете, если это был материальный человек, обычный человек, то на что способна майя? Насколько искусна майя? Насколько она сильна? Никто не может сражаться с ней, противостоять ей, только лишь по милости Бхагавана. Так вот, битва между царями продолжалась, и один все-таки убил другого, тот умер, упал с лошади, умер. Новость разлетелась, долетела до дворца. Царицы, жены этого царя прибежали, припали к его телу, начали рыдать. «Пожалуйста, не умирай, вставай». Пытались растрясти его. «Пойдем назад». Но тот не отвечал. Они так рыдали, что содрогались небеса. В безумстве они плакали. Услышав это, Ямарадж Махарадж захотел преподнести урок. Он принял облик пятилетнего мальчика и пришел туда, пришел к ним. Он спросил, почему они плачут? Почему вы все плачете? В чем дело? Потому что наш царь, наш муж умер. И мальчик спросил, куда же он ушел? Вот же он лежит. Забирайте его во дворец, и все будет хорошо. Нет, на самом деле ушел дух из его тела. О, так значит, вы рыдаете по его душе, а не по телу? Осознанно или неосознанно в нас всех сидит такое понимание, идея, что когда душа уходит, человека больше нет. И это самое главное препятствие в баджане, в духовной практике, потому что я думаю, что это тело мое, что я есть это тело, я всячески прикладываю усилия, чтобы содержать его в комфорте. Мы говорим, но мы не осознаем, мы не чувствуем, не понимаем. Говорить очень просто, но настолько сложно осознать, в действительности понять. Иногда я дру на себе волосы, понимаю, насколько сложно обрести осознание. И тогда мальчик спросил, а вы видели вообще душу, по которой вы сейчас плачете? Он обратился к царице. Ты видела душу, которая была в теле царя? Ведь не видела, ты видела только тело. Так что же вы плачете? Тело здесь. Забирайте с собой домой.
поэтому бессмысленно плакать Патме, которую вы никогда не видели. В Упанишадах описывается очень важный момент, который нельзя забывать. Успевайте пережевывать харикатху, имеется в виду усваивать ее, пережевывать, как коровы набирают в рот, а потом долго жуют. Слушайте, а потом осознавайте и не забывайте. Когда два человека любят друг друга, они любят души. Почему мать любит своего ребенка? Потому что в нем присутствует атма. Как только она, душа покинет тело, мать передает тело ребенка земле или относит в крематорий. Так что же она любит? Тело или душу? Когда мне хочется каких-то материальных благ, то есть мы любим друг друга лишь потому, что присутствует душа. Если атма уходит, разве, то есть какие-то нам нужна какая-то собственность, какое-то имущество, потому что у нас есть атма. Если атма покинет тело, разве она захочет чем-то владеть? Разве что-то нужно будет? Нет, ее главное богатство — это Кришна. Главное богатство души — это Кришна. Morality good, very nice devotee, very fine, whom I can trust 100%. I like to hand over everything. You take, you make me free. I like to do harina. Я вот сейчас также думаю о том, как поддерживать то, что принадлежит сейчас миссии, как это поддерживать еще человека, который смог бы всем этим управлять, когда я буду повторять харинам, потому что я хочу заняться только повторением харинама. Прохлад говорит: я не боюсь Господа в образе Нарасимхи. Хотя все были в ужасе, когда он разорвал Хираньякашипу и намотал его кишки на шею, как гирлянду. Я не боюсь твоего ужасающего облика. Все боятся, но мне не страшно, говорит Прохлад. Я боюсь лишь материальное влияние, материальную самсару, боюсь наслаждений. Я боюсь вот этого всего, хотя все вы наслаждаетесь этим. А Прохлад Махарадж боится. Все бегут в огонь за наслаждениями. Казалось бы, за наслаждениями оказывается в огне, но никто не бежит к Бхагавану, за Бхагаваном. Как мотыльки, которые летят на огонь и сгорают в нем. Почему харикатха не проникает в сердце слушателей? Почему она не плавит сердца? Потому что они подобны камням.
Вишнан Чакраварти такое приводит много объяснений. На сердце порой есть налет пыли. В этом, в принципе, ничего страшного нет. Ее можно просто смахнуть и почистить это сердце. Снова станет сияющим, зеркальным. А Махапрабху сравнивает сердце, очищение сердца чей-то дарпана марджанам с зеркалом, которое покрыто пылью. Недостаточно времени, чтобы говорить обо всем, о чем хотелось бы. Так вот, в пыли нет особо ничего страшного. Когда зеркало на зеркале густой слой пыли, мы ничего не видим в отражении. Но его можно легко очистить. Тем не менее, бывает так, что сердце покрыто глиной, грязью. Ну, грязь точно так же можно расчистить, очистить. Но когда сердце заковано в каменную оболочку, так просто его не смыть. Сначала нужно просверлить его или каким-то образом удалить каменное покрытие. Хотя камень также не так страшно, но что по-настоящему страшно, это железное покрытие, с которым уже крайне сложно что-то сделать. Для того, чтобы его, это железо, удалить, необходимо особое оружие. То есть пыль, грязь, камень и железо. Так вот, Кришнадас Кавирадж или Вишна Чакраварти Такур говорит, что мы должны при помощи Харикатхи убрать все эти оболочки. Но главная проблема в том, что Харикатха не доходит до сердца из-за этих оболочек. Когда она войдет, вы почувствуете себя замечательно. Вы успокоите тем самым свое горящее сердце, полыхающее сердце. Нагревают палку на огне, потом помещают ее в масло, и потом вот этим... То есть этот процесс описывается как удалить оболочку из железа. Если мы не искренне, если мы не готовы следовать наставлениям гуру, никто не сможет нам помочь. Даже Прабхупад, даже могущественный Прабхупад. Потому что в сердце у нас должно быть желание, и мы должны следовать. И тогда мы будем двигаться вперед и очищать свое сердце тем самым. I don't fear your fearful figure, but I fear this material samsara. Так вот, Прохлад говорит, я не боюсь твоего ужасающего облика, я боюсь материальной самсары. Она так опасна. Люди сражаются друг с другом, убивают друг друга. Муж с женой разводится. Дети умирают. Агнина сакала жени суладжамана
Дукшаушадам тадапи дукшам атат дия ахам бхамонубхамами бадами тавадаса йогам ясвад прия прия вьога санжога жанама сокагнина шакала жани судай жамана Дукшаушадам тадапи дукшам атат дия ахам бхамонубхамами Бадами Тавадаса Йогам. Прабху, enough of it. I'm traveling through this material world. Достаточно, Прабху. Я путешествовал по материальным мирам. Я любил разных людей. Они оставляли меня, покидали меня. Я оставался один. Как мы знаем различные любовные истории, когда юноша любил девушку, девушка умирала, а юноша сходил с ума. Таков материальный мир. Здесь нет никакой вечности, никакой уверенности в завтрашнем дне. Гуру и Вайшнавы помогают нам понять, увидеть свою привязанность и избавиться от нее. Посмотрите, постоянно умирают люди в этом мире. Но я до сих пор думаю, что я никогда не умру. Откуда вы знаете? У вас есть какое-то подтверждение, какой-то сертификат, что вы проживете еще 50-100 лет? Нет, нету. Прахат Махарадж повторяет, что я не боюсь твоего устрашающего облика, потому что я знаю, что ты полон любви. Ты только выглядишь как злой и страшный, как угра. Но это только внешнее. Для своих преданных ты добрее, чем тысячи матерей. Если поместить на одну чашу весов тысячи матерей и Нарисимхадев перевесит в своей любви. Итак, Нарисимха берет на колени Прахлада и кладет ему руку на голову. Даже Лакшми Деви не удостаивается подобного. Ни Лакшми, ни Шанкар. Ты так любишь меня, удивляется Прахлад. Надо осознать, что Бхагаван нас любит. Любит так, что ни один материальный человек не сможет нас подобно так же любить. Тут нет настоящей любви, тут разновидности камы. Как может любить смертный человек? Разве они что-то знают о любви? Чистая любовь возможна лишь если наше сердце чисто. Но если оно обусловлено, если оно грязно, это говорит о том, что если вы любите, то вы любите материальной любовью, которая обуславливает вас больше и больше. Запутывает вас в этом материальном мире. Нет более сильных оков, чем оковы, связывающие мужчину и женщину. Это сильнейшие оковы. Я могу быть привлечен деньгами или чем-то еще, но привязанность, связь между мужчиной и женщиной — это сильнейшие, страшнейшие оковы. Хотя тут в этой шлоке говорится о Йошит. И Йошит в действительности указывает на любые привязанности материального характера. Тем не менее,
Привязанность между мужчиной и женщиной — самая серьезная окова, самая опасная. Итак, мы говорили о незамужней девушке. И мы извлекли два урока из этого. Первое, что уединенный баджан опасен, с одной стороны. И для нас лучше совершать баджан в обществе саду. Чтобы вам было постоянно стыдно делать что-то порочное, что-то нехорошее. Жизнь нужно устроить таким образом, чтобы не было ни секунды свободной, чтобы даже не было секунды подумать о чем-то порочном. Это уникальная техника, уникальный прием Гуру Пада Падмы и Прабхупады. Так вот, уединенный баджан сейчас опасен для вас. А гоштхи баджан точно так же может быть опасен. То есть баджан в обществе, но он опасен лишь в том случае, если вы находитесь в обществе людей, которые стремятся к материальному, которые не хотят, которые не являются саду. А быть в обществе саду крайне благоприятно. То есть тех, кто имеет духовные устремления, искренние. То есть гоштхи баджан может быть даже более опасен, чем уединенный баджан, потому что если вас будут окружать материалисты, но если вы избавились от анартхи, управляете своими органами чувств, вы можете совершать уединенный баджан и черпать в нем много вдохновения. Но он допустим лишь когда человек уже избавился от анарт и уже получил милость Гуру Пада Падмы, и благодаря этому может лицезреть лилы Господа. Итак, уединенный баджан запрещен, когда вы обусловлены, но тем не менее уединенный баджан — это уникальный баджан для ситха махатмы. В гоштхи баджане можно получить очень много, найти много преимуществ, если вас окружает саду. Или пусть не все саду, но в храме есть хотя бы 3-4 саду. Мой Гуру Пад Падма говорил, что храм означает саду. Храм — это не здание из камней и цемента, из кирпичей. Если нет саду в храме, это не храм, это не матх. Таким образом, я люблю гоштхи баджан. Я и совершаю его, когда мы здесь все вместе собираемся. Даже когда по интернету я рассказываю харикатху, хотя я сижу перед компьютером, я знаю, что меня слышат. Это тот же самый гоштхи баджан, который крайне благоприятен для века Кали, но при условии, что вы находитесь в обществе саду. Они будут добры к вам, если саду добр к вам, он
обучает вас, помогает вам. К сожалению, сейчас несколько изменились тенденции. Нынешнее общество уклоняется от того пути, который указал нам Шрила Прабхупад. Даже Брама говорит, я хочу находиться в обществе саду. Сам Брама заявляет подобное. Он творец этого мира. И он стремится к общению с саду, к жизни среди саду. Я хочу предаться телом, умом, умом и речью. Я хочу всегда быть саду. Он будет рассказывать харикатху, а я буду слушать. Потому что благодаря ему я смогу связать лотосные стопы Бхагавана своей любовью. Когда Сада будет рассказывать харикатху, я буду сидеть и слушать. Я хочу предаться телом, умом и речью и слушать харикатху чистых преданных. Таков это гоштхи баджан. Тем не менее, не должно быть никакой политики под понятием гоштхи баджан. Что такое GBC, члены GBC? Кто это? Это же... Я лично знаю, что я перед Бхагаватом клянусь, что это материальные люди. Ради... Если... То есть специально назначаются на управляющие посты те, кто выгодны, кто будет способствовать... корыстным интересам общества. Каков смысл GBC? Для чего они существуют? Спросите, для чего они существуют? Пусть они расскажут харикатху. По 15 минут каждый, пусть расскажет. Тема, каков смысл в членах GBC? Каков смысл в этом обществе? Махапрабху не хотел никаких больших обществ, организованных сообществ. Он хотел, чтобы все просто были объединены любовью к Гауранге. А если все предводители общества являются обусловленными личностями, которые не могут управлять своими органами чувств, как они могут управлять обществом? А чистых преданных они выгоняют. Почему так происходит? Таково положение нынешних дел, крайне неблагоприятное. Я не знаю, что будет через 20 лет. Я вижу, насколько быстро все меняется в негативную сторону. За 30 лет, так быстро. Как все изменилось? Я не могу даже представить, как люди забывают о Гауранге Махапрабху так, что настолько забывают о Прабхупаде, забывают о Махапрабху.
Получается, что в таком случае мы предатели, которым нет места в Гаудия Матхе. Главная обязанность духовного общества — совершать гуру севу совершенным образом, не так, как вздумается нам, а в соответствии. То есть духовное общество нужно для того, чтобы построить мост между трансцендентным миром и миром материальным. Но если даже 1000 лет подобные члены GBC будут управлять обществом, никакого блага из этого не получится. А те, кто по-настоящему любили Шрилу Прабхупаду, их изгнали. И так получается, что это не матх, это не духовное сообщество, а это место для развлечений. Сам Прабхупад, я сейчас не говорю, я просто повторяю слова Прабхупада. То есть нынешнее общество, духовное общество, это там, где люди могут отдыхать и наслаждаться. Так вот, мой 22-й гуру, говорит Аватхот Махарадж, это насекомое. So, one kind of another insect there is going to catch that. It's going to catch the caterpillar. Another insect is going to catch and going to bring forcefully. Так вот, 22-й гуру — это паук, который в свои сети ловит другое насекомое. Он расставляет сети и поджидает жертву. А насекомое, попав в паутину, пугается и ждет, когда паук придет и расправится с ним. И он из-за своего страха полностью сосредоточен на пауке, который расставил эти сети. Подобный пример из Бхагаватам. Камса очень переживал из-за Кришны. Он постоянно испытывал страх, когда он может убить меня, Кришна может убить меня, когда это произойдет. Поэтому он постоянно думал о Кришне. Он боялся его. Что бы он ни делал, принимал омовение, смотрел в отражение воды и видел в нем Кришну. Или он пил воду и в стакане тоже видел отражение Кришны. Так он постоянно был в глубочайшем страхе перед Кришной. Но благодаря этому он был сконцентрирован на Кришне. И в связи с этим Нараджи Махарадж говорит, что человек может концентрироваться на Кришне из-за страха или из-за вражды к нему, как Шишупала. Камат деша бхаят кродха.
Kama desha bhaya krodha. Come out of material attachment, I like to love. Material, come. Like that, case of, you know, Kubja, come. I like to enjoy with you. О, Кубджа была кама к Кришне. Она хотела наслаждаться Кришной. Также кама может быть из-за вражды или страх может быть перед Господом. This, you know, insect is my guru, because when he, you know, that insect going to take, catch that insect and going to put in a hole, in a cavity and seal up, then that insect out of fear, oh, can kill me, always thinking about that. И точно так же насекомое в страхе перед пауком постоянно ждет, ждет, когда же он придет, боится его. Он убьет меня, он убьет меня. So in this, in course of thinking and thinking and thinking and thinking. Итак, думая, 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 концентрируясь на пауке, ее тело становится подобным телу паука, то есть подобным телу того, кого она боится. Это чудесно, то есть это как чудо. Абсолютно другое насекомое, но когда оно концентрируется, оно все в его теле меняется, цвет тела. Почему демоны способны менять тело, как хамелеоны? Равана, к примеру. Он говорит, зачем ты оделся в одежды саду. Оделся бы как Рамачандра, в смысле, превратился бы в Рамачандру, чтобы забрать Ситу, чтобы похитить Ситу. Зачем ты, тебе этот данда? Зачем тебе были одежды саду? Ты бы мог перевоплотиться в Рамачандру и схватить Ситу и легко убежать с ней. Но Раван сказал, думаешь, я глупец? Тоже так думал. Тоже думал превратиться в Рамачандру. Как сделал Индра, когда превратился в Риши, в мужа Ахалаи. Он превратился в Гаутаму Риши для того, чтобы насладиться его женой. И Гаутаму Риши в конце концов проклял свою жену. Она превратилась в камень. Так вот, Раван говорит, ты думаешь, я глупец? Я думал об этом, но я понял, что это неправильно, ну, то есть не бесполезно. Когда я думал о Рамачандре, все мои плохие качества уходили, то есть так, что мое порочное желание уходило от меня. Я не мог быть, я не мог оставаться могущественным Раваной, поэтому я прекратил думать о нем. Я прекратил рассматривать эту идею, перевоплотиться в Рамачандру. Сегодня время недостаточно. На этом я вынужден завершить. Возможно, в следующем году мы продолжим говорить на эту тему, потому что это огромная тема. Итак, когда хамелеон, то есть хамелеон изменяет цвет тела,
он также концентрируется на том цвете, чего ему хочется принять, например, на зеленом кусте, он становится зеленым.